Здравствуйте, мои дорогие друзья, здравствуйте, кто будет это смотреть видео не из моих подписчиков, может быть, кому-то будет информация полезна. В общем, начинаю свой дневник так называемого ковидника. Да, ребят, подтвердился у меня анализ. Так, давайте по порядку. Да, вчера подтвердился анализ у меня, что у меня ковид. В принципе, у меня не было сомнений, потому что все признаки, все симптомы были однозначно ковидные. Не избежала меня эта участь, как бы я не хорохорился, как бы я не... Ну, в принципе, этого следовало ожидать, потому что особо дома я не сидел, ни в период карантина, ни тем более сейчас, в такую погоду, и тем более сейчас, сами знаете, какая уже вторая или третья волна, непонятно, идет. Вот, ну, давайте по порядку расскажу, с чего все начиналось. Я уже давно сижу дома, на самом деле. Назову это как бы день первый, но на самом деле расскажу о первых днях. Сегодня на самом деле уже болею, я сейчас вам скажу, четвертый день. Сегодня четверг, и вот четвертый день. С понедельника все это началось. На самом деле с воскресенья на понедельник ночью я почувствовал первые симптомы. Если кому интересно, расскажу все подробно. Значит, с воскресенья на понедельник ночью я пришел домой. Я почувствовал легкую ломоту в мышцах. Ну, конечно, мысль какая-то сразу меня посетила, что что-то здесь не то. Вот. Но, как всегда, мысли это гоним от себя. Поэтому, ну, я абсолютно нормально себя чувствовал. Просто ломило тело. Ну, мало ли, ломило и ломило. Вот. Лег спать, проснулся. Понедельник прекрасно себя чувствовал. Но тоже ломит тело. Вот. В принципе, эти первые два дня у меня просто ломило тело. И я себя... Больше никакие симптомы у меня не были. Я... Ну, слава богу, на самом деле я не ездил никуда. Я здесь только на районе был, ни хизри ездил, никому. Кстати, для тех, кто подумает, что вчера было видео с хизри, это было вчера, это было не вчера, это было еще в пятницу. Вот, у меня был материал, поэтому я его выкладываю постепенно. Вот, поэтому не переживайте. Ну, надеюсь, вообще-то хизри привитый, как бы, но пока он смотрит. Вроде, ну, у него пока ничего нету. Контакт у меня с ним был, считайте, когда... Ну, воскресенье, да. А в понедельник я, получается, почувствовал. Не знаю, надеюсь, все обойдется. Вот, будем контролировать, потом вам все расскажу. А, вот. Значит, что, понедельник, я себя так вот, у меня ломило-ломило. Вот, еще это жара, я как-то на жару это все списывал. Во вторник тоже у меня ломило. На всякий случай, я думаю... У меня вот уже во вторник, у меня уже закрались мысли, думаю, что-то здесь не то. Ну, так не бывает, потому что мне, в принципе, все мои близкие друзья, кто болел или не болел, мне всегда все говорили, что поверь мне, что ты никогда, когда ты, не дай бог, заболеешь ковидом, ты эти чувства и симптомы и состояния не перепутаешь ни с чем с другой любой простудой. Я полностью с ними согласен, и действительно, вот кому это интересно, что если вы заболеете, вы никогда не перепутаете это состояние. Потому что я в прошлом году, если вы помните, в октябре сильно болел, с кашлями, с соплями, прям простуда была по полной. Была настолько сильная простуда, настолько сильный кашель, и все-все из этого, я был на 100% уверен, что у меня ковид. На самом деле не было у меня никакого ковида, была обычная простуда, но как бы их тоже никто не отменял. Вот, и поэтому, когда сейчас я вот, ну, чувствую, что я заболевал, я думаю, ну, все, время пришло, потому что, ну, действительно, не спутаешь ничем это состояние. Тебя просто, вы знаете, ночь, которая была со вторника на среду, это была ужасная ночь, просто адская ночь, потому что я просыпался каждый час от боли, мои мышцы, мои кости, мое тело, такое ощущение, что брали, просто вот выкручивали вот так вот. Просто вот ломали, знаете, мышцы, вот прям вот, ну, это не передать. Это просто жесть, честно вам скажу. Вот, и проснулся я, значит, вчера. А во вторник, я думаю, я выходил, думаю, пойду-ка я сдам анализы. ПЦР сдам на всякий случай, чтобы как бы, ну, потому что я уже понимал, ну, уже был процентов на 90, я уверен, что это оно. Вот, сейчас кто-то опять скажет, почему ты не ходишь в свою бесплатную. Ну, во-первых, это был уже обед, и в обед в бесплатную, где я прикреплен в поликлинике, сдать это невозможно. Ну, и в прошлого раза мне хватило, если кто смотрел мои видео, когда я сдавал, там, конечно, жесть творится, сдать анализы очень сложно.
Я пошел здесь через дорогу, у меня СМД анализы, платная такая клиника небольшая, платные анализы. Подошел, а во вторник, как вы помните, ну, в принципе, как и сегодня, градусов 35, это было время, а я им позвонил, кстати, ПЦР у них принимали с 12 до 2, я им позвонил, они говорят, да, приходите. Анализ стоил, значит, 1800 стоит ПЦР, сейчас, конечно, цены просто взвинтили, сейчас я вам расскажу, почему. 1800 стоит 3 дня, цена не изменилась, и, по-моему, 2500 или 2600, если срочная. Думаю, пойду, сделаю срочную, фиг с ним. Вот, подхожу, смотрю, народ его на улице тусуется, платный. Я спрашиваю, как бы, там никогда очередей не было, чтобы вы понимали. Я говорю, а что, это очередь? Они говорят, да. Я говорю, ничего себе, на анализы очередь. Ну, видимо, сейчас все сдают, я не знаю, для чего, для отпусков, для себя, для еще куда-то. И, значит, я прождал минут 30, ребят. Меня больше не хватило, потому что голодный желудок, без воды, без ничего, чувствую уже, просто потеет лоб и в жар бросает. Думаю, не-не-не, надо уходить, я сейчас тут еще в обморок упаду, все еще не хватало мне. И такой сажусь в машину и думаю, ну все, не хочу никуда, поеду домой. И думаю, лучше доеду. А потом звоню Захарову, Андрею, он же болел. Я говорю, а где вы сдавали анализы? Он говорит, у нас, говорит, там в Павшинской пойме есть гемотест. Вот. И, значит, я адрес он мне скидывает, приезжаю туда, никого. Я думаю, надо же, как странно. Захожу к ним, смотрю ценник. Внимание, срочный 2900, несрочный 2600. Я думаю, какая маленькая разница. Я говорю, ну, во-первых, я спросил у них цены, они говорят, да, цены выросли. Я говорю, а почему людей никого нету? Я говорю, только что был в соседнем, у вас тут платный. Они говорят, только-только разошлись, 130 человек было вот с утра до обеда. Я говорю, ну, ясно. Ну, в общем, я сдал ПЦР-анализ, и он у меня вчера пришел с утра. Конечно же, положительный. Я даже не сомневался. Вот, и вот вчера, значит, что, я начал лечение. Я начал по поводу состояния. Только ломота у меня, жутчайшая ломота. Температура все эти дни у меня колеблется 36,9, 37, 37,1, 37,2. Максимально было вчера 37,4. Это максимум, что было. Но я хочу заметить, что я вообще болею. Знаете, бывает, люди болеют всегда с температурой. Я любое, какое у меня заболевание простудное, у меня никогда не бывает температуры. Ну, просто редкий случай, там, 37 для меня потолок. 38-39, я вообще такого не помню, чтобы у меня когда-то было. Поэтому, видимо, для меня 37,4 это какой-то, видимо, уже ужас. Потому что я глаза повернуть до сих пор не могу ни вправо, ни влево потолок, как в той песне, знаете. Вот. Вот это самые два жутких симптома. Это ломота мышц, тела и глаза. И, соответственно, из-за того, что глаза, болит голова. Что еще? Что-то так хотелось много сказать, а уже подтупливает. Я, честно говоря, думал еще вчера записать, но вчера мне было как-то хуже. Сегодня, может быть, чуть-чуть даже получше. Думаю, запишу видео, потому что все равно... Веду же я, как бы сказать, дневник своей жизни, но и поделюсь с вами, может быть, кому-то это будет полезная информация. Вот. Что еще пропало у меня? Вчера я почувствовал же, конечно же, всегда под боком стоит у меня мой любимый парфюм Клиник Хэппи. Просто вот вчера она еще где-то там далеко, отдаленно. Как-то я его так обожаю, вы знаете, ну вот просто ноль вообще. Ничего, даже близко намека нету, что это какой-то парфюм. Вкусовые качества, кофе. Это просто горячая вода, сладкая. Ничего. Вчера оно еще как-то более-менее, я там издалека где-то чувствовал. Сегодня я не чувствую ничего. Это четвертый день получается. Вот. Что еще из симптомов? Ну, как бы вот мышцы болят, поэтому по дыхалке, поэтому я, конечно, все наблюдаю, прислушиваюсь, как всегда, к своему организму, да, мам? Вот, и пока ничего, слава богу, нет, не дай бог, понимаете? Вот самое страшное для меня, это, конечно, получить пневмонию и загреметь в больницу в такую жару. Вот это жесть, это не дай бог.
Вот, ну, буду наблюдаться, буду смотреть, и пока нет смысла делать ни КТ, ничего, потому что еще рано. Должно пройти как минимум 5 дней, потом поехать, само проверить однозначно надо, чтобы, так сказать, не упустить этот момент и не загреметь в больницу с осложнениями какими-то. Вот, прививку я не сделал еще, если вы помните. Я жалею, честно говоря, что я не сделал. Теперь дай бог выздороветь, и если будут антитела, хорошо, если не будет, все зависит от степени, от тяжести болезни, знаете, количество антител. Вот, буду сдавать анализ. Ой, господи, что я несу. В общем, буду наблюдать. Странно, что мне никто ничего не позвонил, все-таки я официально сдавал, и мне пришло письмо на почту, что мои результаты переданы в Роспотребнадзор. По идее, они должны со мной были связаться. Никто со мной не связывался. Не знаю, видимо, из-за такого количества сейчас заболевших, зашиваются или что-то еще. На сайте госуслуг ничего, никакой отметки нету, хотя должна быть. Если вы помните, когда я в январе, мы собирались с Хизри поехать в Минск, я сдал анализы, у меня был ложноположительный ПЦР. Тогда прям моментально мне повесили ярлык, вот это красное такое, как это называется, надпись такая была на госуслугах, что у меня анализ положительный, это ПЦР. И до сих пор он висит, можете себе представить? До сих пор на сайте госуслуг, в моем личном кабинете, заходишь в письмо, оно висит. Зато сейчас ничего не висит. Я не знаю, как это происходит, как это вообще, кто это следит за этим. Но вы сами знаете, какие сейчас ограничения по Москве идут, что с 28 числа будут пускать в рестораны только по ПЦРу, только по QR-коду, где ты либо не болел, либо болел, либо не переболел. В общем, какой-то дурдом начинается, честно говоря. Как всегда, позвонили не вовремя. Но меня это, честно, мало волнует, поэтому мне главное выздороветь и без осложнений. К родителям я не ездил, все хорошо, никого слабого контакта не было особо. Вот только за Хизри переживаю, чтобы у него ничего не было. Но он вроде как при ни кашля, ну, какой-то такой вот, нету ничего, ни нас. Но хотя заложенность есть носа, легкая заложенность есть. Чем лечусь? Пока противовирусные. Сейчас скажу, прикреплю сюда название или фотографию приложу. Противовирусные. Да особо больше ничего. Витамины все, D3, вот эти. Все, в основном такой витаминный комплекс принимаю. Пока ничего такого лечения нету. Антибиотики пока не принимаю, ничего не принимаю. Пока еще, ну, я считаю, что организм, пока если температура как бы такая невысокая, организм борется, я считаю, что нужно дать ему возможность самому пока побороться. Поэтому вот такие вот пироги. Так что не переживайте. Спасибо всем заранее, что будете писать по поводу здоровья. Вы, главное, сами себя берегите, не болейте. Видите, какая волна. Вот, пошла. Вот, удивительно вообще, что я еще раньше не заболел. Ну, видимо, вот пришло время в такую жарищу заболеть. В Москве у нас, как видите, 35 градусов. Вот, что я еще хотел сказать. Ну, наверное, все. Буду наблюдаться, буду вам рассказывать пошагово, что со мной происходит, как я переношу эту жуткую болезнь. Мерзкая болезнь, я уже это понял. Все об этом всегда говорят, что состояние, знаете, прям иногда прям хочется повеситься, потому что такая ломка, это просто не передать. Вот, что еще? Ну, немножечко из позитивных ноток. Давайте сегодня в комментариях не только про меня. Сегодня юбилей у нашей любимой и родной Зайнаб. 60 лет. Давайте ее поздравим. Я, наверное, внизу. Я внизу в описании и в комментах закреплю ее инстаграм. Напишите ей все, ей будет очень-очень приятно. Поэтому ей самое главное здоровье, но она привитая. Ну и ей здоровье и всем ее близким родственникам, чтобы не болели, чтобы все было, чтобы самая счастливая была. Она этого заслуживает, потому что она невероятно добрый человек к чужим людям, к своим родным, ко всем. Поэтому я ее очень люблю, и вы тоже ее полюбили, поэтому давайте поздравим. Все, наверное, заканчиваю видео. Не знаю, если что-то еще придумаю сказать, то скажу. Вроде все рассказал. Какие-то вопросы задавайте, я не знаю. Пока так. Сейчас четверг, 12 часов дня. Будем вести дневник.
Но буду считать, как бы это вот первые дни рассказано. Дневник ковидника, день первый, часть первая. Поехали. Не знаю, сколько я буду болеть. Ой, ладно. Спасибо всем. Обнял, приподнял, поцеловал, все сделал. Пока-пока, ребят.